Более 150 школьников пришли в парк Горького, чтобы потанцевать, помаршировать, исполнить военные песни. Ежегодный весенний марафон в пятый раз прошел в Нижнем Тагиле. Фестиваль разделен на 12 этапов. Наш этап заключается в безопасности дорожного движения, то есть хотелось бы у детей проверить небольшие знания по безопасности дорожного движения. Дети основные правила дорожного движения, конечно, знают, но затруднения вызывают вот именно ситуации дорожной ловушки. То есть формулировку, они, как она звучит, знают, но оказавшись вот на примере проезжей части, то есть когда заводишь их в ситуацию, сложную ситуацию, например, вот стоящее транспортное средство, чем оно опасно для ребенка, в принципе, для пешехода, чем опасно. Здесь, конечно, у детей на практике вызывают трудности. На данном этапе, значит, краеведческими тропами Урала, ну, я задаю ребятам вопросы, связанные с танкистами и танками в нашем Тагиле, потому что главный бренд Тагила – это танки. Еще мальчишки и девчонки из 8 образовательных учреждений города научились стрелять из лазерного оружия. На станции «Лазертаг» нужна четкая дисциплина и максимум внимания. Шаг вправо, шаг влево, минус балл. Итак, у каждого 10 выстрелов. Чем больше совершите попаданий по мишеням, тем лучше. Самым зажигательным этапом стал мастер-класс по танцам. Организаторы назвали его «Движение – это жизнь». Танцевали самые зажигательные песни, научились стрелять с лазерами. Теперь встали в орлянский круг и исполнили лучшие песни под гитару. Как лома, волчий плес, волжский плес, шиль полей, плач берез, плач берез. Цель фестиваля – гражданско-патриотическое воспитание подростков, развитие творческих и коммуникативных способностей, а также популяризация здорового образа жизни. Ребята это понимают, поэтому стараются выполнять каждое задание на высшую оценку. Этапы разные. Где-то сложно, где-то легко, где-то даже очень весело, смешно. Нам запомнился этап, там психологический этап. Там мы садились на коленки друг друга в кругу. Это было очень смешно и немного трудно. Вероника Самойлова, Михаил Корзняков, Елена Самойлова. Новости Тагил ТВ.